Добрый день, уважаемые подписчики. Хотел вам представить новиночку сезона Лимнантес. Еще его называют яичницей. На вашем участке очень необычный цветочек. Низенький почек-покровничек. Купила семена в Сады России, пришли из интернет-магазина. Я вообще интернет-магазином данным довольно неплохой. Хорошее качество семян. Навесочка 0,3 грамма. Стоимость до 15 рублей. Невысокое растение. Однолетнее. Солнцелюбивое. Почвопокровное. Все лето цветет, растет. И радует вас. Так, покажу вам всход с данных семян. Так, вот смотрите. Вот такие вот всходы. Я считаю, что это, в принципе, неплохой результат для данных семян. Пока еще рано пиковать. Только листочек, резные листочки только пошли, семидолечные еще. Пока еще рановато пиковать, но обзор уже хотелось бы сделать. Так что я советую данные семена, данный интернет-магазин. Что у нас получится в итоге, обязательно сниму. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Будет очень много интересного.